Сотрудникам управления ФСБ пытались дать взятку. После проверки в одном из игорных заведений житель Иваново предложил за денежное вознаграждение ограничиться только штрафом администратору казино. Кроме того, прозвучала просьба в дальнейшем осуществлять покровительство незаконного бизнеса. Этот человек был задержан сотрудниками территориального органа безопасности при попытке передачи взятки в размере 100 тысяч рублей. На основании данного факта региональным следственным управлением Следственного комитета России в отношении взяткодателя возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на дачу взятки должностному лицу, дача взятки. Максимальное наказание по указанной статье с лишение свободы сроком до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.